мужчина звонит в публичный дом и говорит: девушка, будьте добры, мне девочку какую-нибудь, ух, но только сразу предупредите, что я инвалид. Ой, а в каком плане инвалид? Да рук у меня нету. Ха, а как же вы ее будете обнимать? Ногами, что ли? Да у меня и ног тоже нету. Ё-моё, а это-то, то самое-то есть? Ну а как вы думаете, чем я вам набираю? Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.